стран Милена! Ваши аплодисменты, дорогие друзья, Сриан Милена, Армения. Спортсменка из Новосибирска. Встречайте, Ковшова Арина. Thank you.
На площадку приглашается спортсменка из Малайзии. Встречайте, Зоева. Thank you.
Jump away!
узнавать этих людей. Мы с вами просвещались, узнавали интересные факты о зависимых государствах, о вторых играх стран СНГ. Немного разговаривали о каких-то интересностях самой художественной гимнастики. Предлагаю немного просветиться и вот поговорить, обсудим с вами интересные факты о белорусской, именно белорусской художественной гимнастике. Вот эти любопытные факты знали вы, когда в Беларуси начали заниматься художественной гимнастикой. А вот ответ лежит на поверхности сразу после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году. Да-да-да, видите, где открылись первые секции по художественной гимнастике при технике физкультуры. Вот мы будем в паузах коротких с вами немного просвещаться. Пока что, дорогие друзья, остаемся в категории юниоры, но переходим уже к упражнению с мячом. На площадку приглашается спортсменка из Малайзии. Встречайте, да потом нурбайте! Thank you.
На площадку приглашается гости Вероника Ярус. Yeah.
На площадку приглашается Ильдырякова София, Россия, Газпром. Ульяна!
переходим к упражнению с булавами. На площадку приглашается Римарачи Диасный Коль. Россия, Газпром! Thank you.
I'm gonna go.
художественной гимнастики. Узнали ли вы, сколько лет борцу художественной гимнастики, в котором мы сегодня собрались? Есть какие-нибудь ваши предположения? Да, он сразу за вижу 5 показывает. Все правильно. В этом году спортивного сооружения маленький юбилей. Открытие дворца состоялось 5 лет назад и появился он благодаря олимпийским медалям нашего города. Мне кажется, это то, что заслуживает аплодисментов. Давайте еще раз поаплодируем и тем самым тоже покажем вот эту самую атмосферу, которая у нас здесь творится во дворце художественной гимнастики. А еще, как я не знаю, обращали ли вы когда-нибудь внимание, у входа во дворец художественной гимнастики есть скульптура, гимнастический мяч и лента. И там же выкреплена фраза «Мечты сбываются, здесь будут рождаться чемпионы и закаляться характеры». Вы знаете, кто автор этих слов? Так, да, вижу, как гимнасточки и наши болельщики кивают. Да, конечно, друзья, это слова Ирины Юрьевны Липарской, главного тренера национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике. И ведь правда, мечты сбываются. Мы же с вами, друзья, продолжаем. На площадку приглашается спортсменка из Беларуси. Встречайте, Жуковец Анастасия!
подарок по результатам выступления от воспитанницы «Динамо». Встречайте, Макарчик Каролина, ваши аплодисменты!
Ваши аплодисменты, балерина Малайзия! Ah, yes!
На площадку приглашается Жуковец Анастасия, Беларусь.
воспитанница Республиканского центра олимпийской подготовки. Встречайте, Даша Шашко! Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, буквально пару минут, и мы начнем церемонию награждения финалов в отдельных видах среди юниоров международных соревнований по художественной гимнастике «Хрустальная роза» Гран-при Елена Валерий. В рамках вторых игр стран СНГ. Поприветствуем призеров и победителей индивидуальных упражнений. 2008-2010 годов рождения. Начинается церемония награждения финалов в отдельных видах среди юниоров международных соревнований по художественной гимнастике «Хрустальная роза» Гран-при Елена Валерий. И сейчас мы узнаем, кто из личниц поднимется на пьедестал в упражнении обручем. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, судья международной категории, серебряный призер чемпионата мира, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Сиднее Мария Михайловна Ласук. Третье место заслужила Арина Ковшова, Россия, Новосибирск. Вернуться в парад награждения под ваши громкие аплодисменты.
заслуженный тренер Республики Беларусь, судья международной категории, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, Ирина Валерьевна Ильинкова, ваши аплодисменты. Бронзовую награду завоевала Александра Курат, Беларусь. Второе место у Софии Интриговой, Россия, Газпром. Победительницей в упражнении с обручем среди юниорок становится Ульяна Янус, Россия, Газпром. Дорогие друзья, первое место в упражнении с булавами в напряженной борьбе.